лампочка на тумблере уже начинает моргать. Но мы можем доехать до финиша, ребятки. Отличненько, ребятки. Бензин закончился прямо на финише. И мы с вами открыли Феррари. Красную тачку. И это просто круто, дорогие друзья. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы продолжаем играть, ребятки, в Earn to Die 2, дорогие друзья. Или же машинки-зомби, или зомби-машины. Ну, в общем, кто как, ребятки, говорит. Ну что ж, ребятки, погнали! Вау, ребята, вот это да, полицейская машина, ребятки, это именно то, дорогие друзья, что мне нужно, вот это круто. Посмотрите, она немножко уже, конечно, задралась, немножко уже, ребятки, она погнулась у меня. Что такое? Ребятки, видели, как я съехал? Куда ты бежишь-то, зомбик, а? Что, все, что ли? Вот это что ли все? На что она способна, ребятки? Ай-яй-яй, да что ж такое? Ну, нет, ребятки, все-таки она выехала. Погнали. Ох, ребятки, сбил в воздухе зомбика. Вот это круто. Так, ну что ж, давайте, ребятки, 223 тысячи у нас. И мы можем докупить, ребятки, бензина. Так, погнали дальше. Погнали заново, ребятки. Скоро мы должны доехать до нового чекпоинта. А это, ребятки, самое главное, пожалуй. Ох, отлично. Вау, ребята, немножко, конечно, кузов опять в эту яму упал. Да что ж ты будешь делать, а? Посмотрите. Как такое вообще возможно? Вау, отлично. Просто круто, ребятки. Ого, ребятки, мы просто ездим по головам этих злых и нехороших зомбиков. Ой, там денежка была. Надо было взять, ладненько. Во второй раз, если достанем мы их, то успеем. Ребятки, у нас уже машина дымит черным цветом. Это очень прикольно выглядит, конечно же. Ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать, а? Так, ребятки, день закончился, бензин закончился. В общем, ребятки, у нас 327 тысяч, и мы можем купить ракетную установку, дорогие друзья. Это ракетный двигатель, ребятки, который мне будет помогать, наверное, ехать со скоростью быстрее, чем я думаю. Ого, ребята, да. Давай, ребята. Отлично, ребятки. У меня теперь есть ракетный двигатель. Вау, немножко погнул. Опять я сюда. Использовал я даже двигатель ракетный, и все. Да что ж ты будешь делать, а, ребятки, это никуда не годится. Давай по новой будем делать. Вау, на ДП, ребята, посмотрите, как я еду. Вот это круто. Вы такое когда-нибудь, ребятки, видели? Вы только посмотрите на эту красоту. Вах, быстрее. Ох, ребятки, круто. Нам повезло, что мы сумели, ребятки, проехать через тот стоп-контроль, который мы... опять денежку не взяли, черт. Ой, наша машина уже дымит, это никуда не годится. Вау, ускоритель закончился, пишет мне, ребятки. Вау, давай, перелет. Отлично, ребятки, мы видите, куда заехали. Так далеко мы еще не заезжали, наверное. Сейчас уже бензин, наверное, у меня, ребятки, закончится. Если бы здесь по пути были канистры с бензином, а так бензин мне приходится, ребятки, покупать за деньги. Из-за этого, дорогие друзья, складываются некоторые... Так, давайте ускорителя, наверное, купим. И все, больше мы пока не купим ничего, потому что нам не хватает. Все, ускоритель у нас теперь, ребятки, двойной. И мы сможем дальше теперь дальше заезжать, чем всегда. Так, тут у нас будет прыжок сейчас. Плавненько, ребятки, мы только что вышли из ямы, потому что в прошлый раз у нас довольно-таки не получилось это сделать. О, отлично, денежку мы взяли, да? Все отлично, денежку, ребятки, мы взяли, и мы проезжаем дальше. Наверное, сейчас надо нам купить, ребятки, бак с бензином, или же уже покупать броню, потому что реально... О, сальто, вы видели, как я сделал, ребятки? Вот это да, вот это мы даем, круто. Так, ну что ж, отлично, бензин закончился. Сейчас мы купим, наверное, и бензин, ребятки, и еще что-то. А что мы еще можем купить? Можем купить броню, ребятки. Все, ребятки, у нас дополнительная защита есть.
Погнали. Вау, уже на США. Ребятки, полицейская машина потихоньку трансформируется в какого-то такого, ребятки, робокопа, что ли. Похоже она на робота такого, на какого-то. Уже видите, у нас есть защита. А защита, это, ребятки, уже немаловажно, потому что я уже зомбиков не сбиваю капотом. Капот мой, ребятки, не мнется. Я просто их разрезаю бензопилой на части, ребята, которая установлена у меня, ребята, на капоте. Ну все, ребятки, я ее уже потерял. Ничего, не стоит расстраиваться, у меня еще есть ракетный двигатель. Сейчас мы еще куда-нибудь заедем и залетим. Так что не стоит сильно, ребятки, расстраиваться. Ого, куда заехали, ребятки. Ускоритель пишет, что у меня уже закончился, но бензин у меня все-таки есть. Вот, денежку взяли. Ох, и тут взорвали. Все, уже закончился бензин. И, ребятки, совсем бы еще немножко и доехали бы до чекпоинта. Так, ребятки, выбираем, наверное, улучшение двигателя. И, наверное, улучшение коробки передач, дорогие друзья. И это нам поможет заехать немножко дальше. О, уже сразу машина после этих, ребятки, улучшений стала лучше ехать. Я вам серьезно говорю. Она уже лучше себя ведет на дороге. И нету никаких с ней проблем. Так, ну что ж, все идет, ребятки, вроде бы по плану. Так, тихо. Все идет вроде бы пока по плану. Поехали низом, ребятки. Низом мы еще не ездили. Здесь больше ящиков, надо было вверх. О, зато здесь денежка была, дорогие друзья. Мы взяли денежку, и это, ребятки, неплохо. Довольно даже хорошо. Ускоритель у меня-то закончился, потому что ящиков довольно-таки было много. Но бензин все-таки еще есть, ребятки. И, наверное, мы какую-то часть дороги еще с вами должны проехать. Ну все, ребятки, закончился бензин. Это означает, ребятки, что на следующий раз... Так, берем бак бензина, ребятки. Берем, наверное, коробка передач есть. Давайте возьмем ускоритель. И пока все, ребятки. Это пока все, что мы можем, ребятки, купить за мои деньги, которые я насобирал. Так, отличненько. Вах, ребята, вы видели, как я успешно сделал этот маневр. Вау, не успел, конечно, перелететь немножко, но ничего, ребятки. Тем не менее, мы продолжаем ехать, сбиваем этих злых и нехороших зомбиков, и ни капельки, ребятки, не сдаемся. Все, поехали верхом. Это отлично, потому что верхом, ребятки, меньше препятствий, чем низом. Внизу, ребятки, очень тяжело проехать. А верхом просто супер. О, сейчас будет взрыв. А нет, ребятки, взрыва все-таки не было. Так, ну что ж, ребятки, бензинчик у нас есть. Вроде бы бензин у нас еще есть, так что продолжаем наш путь, ребятки. А вот машина уже наша разломана. Надо покупать второе улучшение. О, отлично, ребятки, мы доехали до первого чекпоинта. Это круто, ребятки, еще второй чекпоинт. И после него уже мы сможем открыть новый автомобиль. Так, все, ребятки, здесь вот показывает на карте, что мы перешли на новый уровень. Это просто круто, ребятки, это просто замечательно. Так что, так, ребятки, а что же мне купить? Наверное, куплю я мотор новый, а потом будет все остальное. О, мотор новый, ребятки, еще лучше, чем старый. Он стал намного больше таки ехать и намного стал круче себя вести. Ого, ребята, вы только посмотрите. Я просто реально всех уничтожаю на своем пути. Давай, поехал. Вах. Вот это гора, вау. Фу. Отлично, ребятки, справились с заданием. Ого, ребята, у меня отпали задние двери. Давай, поехал. Оп, денежку, ребятки, нашли. Мне очень повезло. Потому что, ребятки, без денег довольно-таки сложно. Теперь я, ребятки, с денежкой. И я поеду. Сейчас куплю себе все запчасти, которые я хотел. Ого, ребятки, мы довольно-таки далеко с вами заехали. Так, ребятки, ну что ж, покупаем улучшенную защиту. Это задний бампер у нас получился в нашем случае. И, ребятки, погнали. Ого, ребята, круто. Вот это да, вот это отлично все так выглядит. Так, классно. Бабах. Погнал, пошел. Полицейская машина вперед.
Вау, ребята, вы видели, как я чуть не застрял между стенками. Но тем не менее, ребят, я выбрался, я живой. Я хочу продолжать ехать, продолжать жить, ребятки, потому что зомби-апокалипсис — это довольно-таки серьезная, ребятки, штучка. Бабах! Вау, вау, вау! Что же творится? Моя машина уже начинает дыметь. Давай газу, полицейский! Поехал, поехал, поехал! Вау! Ого, ребята, вот это да! В принципе, дошли до того же уровня, что и в прошлый раз. Так, что ж, ребятки, покупаем бензин и покупаем улучшение массы нашего, ребятки, автомобиля. Погнали. Вот, теперь он намного, ребятки, легче и более управляем. Вау, ребята, вау, вот это, да, вот это взрывы. Круто. Поехал, пошел, 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 пошел. Давай, 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 я знаю, ты проедешь, дорогой, давай, газуй, газуй. Ох, 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 ребятки, что же творится? Только посмотрите. Эу, давай вверх. Так, ребят, я уже заехал довольно-таки далеко. Уже, наверное, дальше, чем в прошлые разы, ребятки, да. Но бензин уже заканчивается, ребятки. Уже моргает лампочка у меня. Там денежка была. Вы видели, там были деньги, ребята. Я их не взял, конечно же. Надо было бы взять. Была бы у меня 1000. Так, и таким бы образом это было бы еще круче, ребятки. Так, ребятки, что ж, бензин мы купили. Поехали. Теперь должны еще дальше заехать, потому что все решает бензин, ребятки. И двигатель. Чем быстрее мы, ребятки, едем, тем меньше мы, ребятки, тратим бензина. Как и в жизни, в принципе. Так, поехал, поехал, поехал. Давай, давай, тут аккуратно надо. Ой, видите, разбил ту машину. Надо было аккуратненько, потому что все свои защиты чуть не оставил. Я в этой промежности, через которую я хотел проехать. Так. Давай, 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 газуй, 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 газуй. Я знаю, это ребята, ребятки, он доедет, этот дядя, я точно должен доехать. Так, ребятки, сейчас уже у меня закончится, наверное, все, что насобиралось, что я насобирал за все это время, опять я не взял, ребятки, деньги. А здесь яма, что ли? В яму, давай, поехала. Бензин, ребятки, закончился. Избили зомбика последнего, круто. Так, ребятки, ну что ж, 800 баксов у нас. Мы покупаем, ребятки, новый ускоритель. И, ребятки, новую коробку передач. Ну что ж, погнали. Ну, теперь моя машина стала еще быстрее ехать, потому что стала быстрее переключаться между передачами, ребятки. И таким образом я не задерживаюсь на ящиках. Если я раньше на ящиках долго задерживался, я сейчас практически уже там не стою. Видите, ребятки, все как быстро. О, отлично, ребятки, мы не зацепили броню. И она у нас более-менее еще все-таки живая. Ох, отличненько перелетели. Так, теперь здесь тоже перелетаем. Давай газу, газу, газу. Так, ускоритель, ребятки, осталось очень мало его. Нам он нужен для, я даже не знаю, для каких целей. Немножко мы неправильно сделали. Только что надо было ехать дальше. Так, ну что ж, бензин у нас есть. Правда, не знаю, куда я доеду, ребятки, потому что автомобиль мой уже, ребятки, рассыпался конкретно. О, зато мы взяли денежку. Ох, еще и взорвалась бочка, ребятки. Это нам дало шанс поехать сюда вниз. Все, ребятки, бензин закончился на том же месте, ребятки, что и в прошлый раз. О, $1207, ребятки, это есть шанс купить мне сейчас новый двигатель. Ребяточки, новый двигатель у меня на мази. Так что погнали. С новым двигателем уже, ребятки, автомобиль едет намного лучше. Я хочу вам, ребятки, сказать, что это в действительности круто. Вот, ребятки, посмотрите, как полицейская машина, ребятки, разбивает все эти ящики. Это просто замечательно.
Ай, тихо, не разбился. Ох, полить. Давай, полицейский мой автомобильчик. Я знаю, ты сможешь. Да что ж такое, что я застрял? Да как так вообще можно? Я просто застрял, и машина моя не едет. Как так-то, ребятки, как так-то? О, мы можем купить, ребятки, коробку передач новую уже. Поехал. Ну, ребятки, машина вообще уже стала такой резвой по сравнению с тем, что было с самого начала. У нас уже автомобиль, ребятки, довольно-таки крутой. И довольно-таки перспективный. Вау, давай, газу. Пошел. Так, все, ребята, ускорителя у меня уже нету. Ускоритель уже закончился, так что мне сейчас приходится все, ребятки, делать вручную. Вау, ребятки. Так, ну что ж, ого. Мы довольно-таки далеко с вами, ребятки, заехали. И даже заедем, наверное, дальше, чем в прошлый раз. Да, ребятки, мы выехали из этого проклятого туннеля наконец-то. И денежку бери, да что ж такое, не попал я на денежку. О, скоро мы уже доедем до нового чекпоинта, до новой заправки, ребят. Осталось реально совсем немного. Машина, правда, уже распалась по частям. О, второй ящик денег, ребятки. Мы подобрали его. Да, ребятки, я думаю, через несколько уровней мы уже с вами сможем, наверное, с легкостью преодолеть это препятствие. Покупаем ускорители, бензин. Все, ребятки, погнали. Теперь у нас бензина, ребятки, еще больше. Это означает, что мы стали, ребятки, еще круче. Наш автомобиль стал еще лучше. Так, ребятки, надо не забыть купить колеса новые, потому что все дело тоже может быть в колесах. Потому что для того, чтобы пройти на новый чекпоинт, нам нужны новые колеса, чтобы мы спокойно с вами могли, ребятки, ехать и не замечать никаких проблем. Круто! Вау, ребята, вы только посмотрите. Это же просто класс. Пошел. Давай, газуй. Осталось, ребятки, совсем еще чуть-чуть пройти нашу игрушку. И мы с вами уже дойдем до спортивного автомобиля. Можем, наверное, его, ребятки, испытать в действии. Покатаемся на нем, конечно же. Так, здесь, ребятки, как всегда, выезжаем из туннеля. Так, ребятки, осталось совсем немного, чтобы доехать туда. О, отлично, мы на этот раз взяли денежку. Чтобы доехать до финиша. Но я не знаю, или это мы сможем сделать. Все дело даже не в бензине, а в состоянии моего автомобиля. Он уже начинает дымить, ребятки. Мы попросту можем не вы... Он может просто, ребятки, не выдержать ту нагрузку, которая... Ну вот, например, сейчас, смотрите. Ящики мне не... просто не дают проехать. Реально, как это так? Я реально потерял много бензина. А так бы, наверное, бы доехал я. Потому что мы уже остановились, ребятки, практически перед финишем. И я бы с легкостью, ребятки, доехал туда. Посмотрите. Оставалось реально, ребятки, пару метров, и мы бы доехали. Но ничего, дорогие друзья, мы обязательно с вами доедем, обязательно с вами приедем. Нам, ребятки, осталось совсем, ребятушки, немного. Так что, ребятки, так, а что мы можем сделать? Так, мы можем, ребятки, купить новые колеса, что мы сейчас, в принципе, и сделаем. А также, ребята, купить ускоритель или бензин. Давайте выбирать между ускорителем и бензином. Давайте все-таки бензин купим. И чтобы на Верочку мы доехали, обязательно уже этот уровень прошли. Так, ребятки, этот эпизод мы должны пройти прямо сейчас. И я думаю, что теперь у нас не будет ничего этому противоречить, дорогие друзья. И мы с легкостью доедем, потому что у нас, посмотрите, у нас уже, ребятки, мощнее колеса. У нас уже, ребятки, мощнее двигатель. У нас больше нитро. У нас, ребятки, больше бензина в том числе. И это просто замечательно. Так, проезжаем сначала вот эти крыши. Теперь сейчас будем проезжать здание. Так, все, ребятки, пошло здание. Все отлично, вроде бы. Все, ребятки, уровня мы прошли.
бензина, в принципе, у нас хватает для того, чтобы доехать до финиша. Но мы с вами давайте как-то будем разбивать его на части. Разбивать его на части, чтобы выиграть. Вау, ребята, вы что творите там? Ну, посмотрите, ребятки, бензин у меня еще есть, а вот состояние автомобиля не ахти. У меня уже, ребятки, голова выглядывает из-за крыши, уже двери отвалились. И автомобиль в действительности уже, конечно же, не такой, как был до этого. Видите, и опять препятствия, ребята, слишком медленно мне говорит. Ребятки, да что ж такое, я должен проехать. Да что ж ты будешь делать, давай едь. Я должен доехать, ребята, как так-то, а? Вау, ребята, автомобиль мой распался, даже крышу видно. Ну что, мы доехали? Ох, ребята, отлично, круто, наконец-то мы доехали до финиша. Уже, ребятки, все у меня распалось, и я все-таки прошел, дорогие друзья, и это просто замечательно, ребята. Так, ребятки, что я здесь могу купить? Давайте уже докупим бензин. Все остальное сейчас будем покупать по времени, будем смотреть. Погнали. Так, ребятки, бензин, в принципе, у нас есть, мы можем доехать куда хочешь. Все остальное зависит от состояния автомобиля. То есть, ребятки, состояние автомобиля — это у нас броня наша, а также, ребятки, наше нитро. Какое оно, улучшенное, не улучшенное и так далее, дорогие друзья. Полицейская машина — это в действительности крутая тачка, мне очень она понравилась, ребятки. Да что ж такое, я не доехал. Хотел доехать до верха, не получилось. Так, ну что ж, бензин вроде бы есть, так что погнали. О, отлично, мешочек с деньгами, ребятки, взяли. Давай, газуй, газуй, поехал, поехал. Вау, ребята, вот это взрыв. У меня пол капота взорвало, ребята, что же делать? Давай, газуй, газуй. Давай дальше, дальше. Вау, ребята, что такое-то, а? Вот это круто. Все, ребятки, кончился у меня бензин. Двигатель заглох, дорогие друзья. И мы с вами будем, ребятки, покупать другую. О, ребятки, новая защита. Круто, ребятки, у нас защита на максимум, бензин на максимум. Осталось все остальное только купить. И в это, ребятки, просто классно. Погнали. Все, ребятки, посмотрите, какой у нас автомобиль полностью. Полицейская машина, которая защищена от внешней среды, ребятки. От зомбиков злых, которые не должны... Ого, вы видели, сколько крови было? Которые, ребятки, не должны проникнуть в мой салон и укусить меня. Потому что я не хочу превращаться в зомби, ребятки. Вау, ребята, чуть крышу не снес себе. А, и колеса тоже. Надо быть очень бдительным и очень аккуратным, потому что это, ребятки, такое дело. Вроде бы смотрим на всю, игрушка хорошая, но шутить с этим не стоит. Потому что, ребятки, это... Так, дорогие друзья, давайте, погнали, 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 вперед, пошел, поехал, давай, газуй, газуй, газуй. Ой-ой-ой-ой. Вау, ребята, взрывом у меня взорвало капот. Посмотрите, моя машина уже дымит. Вау, второй взрыв, дорогие друзья, пошел. Посмотрите, ребята, у меня от автомобиля практически ничего уже не осталось. Так, круто, ребятки, да. Ну что ж, давайте купим последние колеса, ребятки. Вау, классно. Так, и погнали, ребятки. О, теперь у меня уже, посмотрите, какие колеса, ребятки. С такими колесами можно куда хочешь, ребятки, ехать. Хоть в тайгу. Ракетный двигатель отлично справляется со своим заданием, ребятки. Колеса тоже. О, ребятки, мы на новую площадку выехали. Мы здесь наверху еще не были. Мы постоянно понизу ездили. Теперь будем ехать поверху. Классно. Так, ускоритель закончился, пишет мне. Так, давай, давай. Вау, вот это взрыв, ребята. Я такого взрыва еще не видел.
Давай газуй, машинка, поехала, 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 вперед, вперед, вперед. Вау, вот это да, ребятки, этими взрывами у меня просто взрывается весь автомобиль. Посмотрите, на части просто разрывается, реально. Мы, ребятки, не должны сдаваться. Давай газуй, газуй, полицейская тачка должна победить, ребятки. Конечно же, мотор у меня, капот, ребята, разбит полностью. Я попросту могу скоро заклякнуть. Вау, там уже за мной начали бежать зомби, ребятки. А зомби какие прикольные. Вы видели, какие они, ребята? Это вам, ребятки, уже не шуточки. Шутить. Это довольно-таки все серьезно. Так, ну что ж, ребятки, поехали. Так, новые двигатели у нас, ребятки. Теперь мы должны заехать еще дальше. Давай, давай, поехал, 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 поехал. Ого, ребята, я как истребитель летаю, реально, посмотрите, вы только гляньте на это, гляньте на мою езду. Вау, ребятка, да что ж ты будешь делать? Давай, переворачивайся и поехал, поехал, вау. Ребята, посмотрите, у меня отвалились уже двери, у меня уже даже дверей нету. Я еду даже без крыши, вот это круто. Наш автомобиль, ребятки, сильный и выдержит, ребятки, любую нагрузку. Так что поехали. Вау, 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 тихо, тихо, сейчас будет взрыв, бабах. Погнал, пошел, пошел, пошел. Так, ребятки, отличненько. Это просто круто, просто, ребятки, замечательно. Смотрите, ребятки, мы реально на двух колесах без брони едем довольно-таки далеко. Бензин, все-таки автомобиль довольно-таки крепкий. Потому что мы уже далеко реально, ребятки, с вами заехали. И даже уже прицепились какие-то зомби военные. Ребятки, солдаты-зомби. Зомби-солдат, отпусти мой автомобиль. Прицепился, да что ж ты будешь делать, а? Слезай с меня, я тебе сказал, слезай. Прицепился такой и не хочет отпускать меня. Так, ребяточки, все, улучшаем новый двигатель. Все, ребятки, двигатель у нас на максимум. Так, ребятки, нам осталось лишь сделать следующее. Обновить 2 раза коробку передач. Купить 3 раза автомат. Купить, ребятки, 5 раз нитро. И 2 раза купить вес. И все, ребятки, и мы с вами должны пройти этот уровень. Это буквально, ребятки, 10 минут. Это много, ребятки, не займет. Самое главное, ребятки, это сбивать побольше зомби. Это нам дает, ребятки, денежку. Чем больше мы зомбиков, ребятки, давим на автомобиле, чем больше денег нам засчитывает компьютер в нашу базу. И за эти денежки мы можем покупать себе улучшение, ребятки, машины. Вау! Вот это вот дела, ребятки, вы видели? Вот это, конечно, дела. Что творится-то? Объясните мне, что происходит в этом мире злых зомби. Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Так, ускоритель уже пишет, что у меня закончился. Ладно, ребятки, будем без ускорителя. Будем потихоньку пытаться, ребятки, проходить так. Ускоритель, конечно, вещь, ребятки, нужная. Но пока что можно обойтись, ребятки, и без него. Бензина у нас, ребятки, достаточно. Так что поехали. Ребятки, я не взял ящик с деньгами. Это не есть хорошо. Было бы круто, чтобы я сейчас получил еще и денег. Так, ребятки, все, бензин закончился, предупреждают меня. Так, ребятки, двигатель у нас на полную улучшен. Давайте улучшим, ребятки, и... О, отличненько, ребятки, мы улучшили с вами скорость. Нитро. Ракетный двигатель у нас, ребятки, теперь намного круче, чем был в прошлый раз. Посмотрите, вау. Теперь мы с помощью него можем делать различные вещи, типа взлетаний. Вот так вот, пошел, пошел, пошел. Отлично, ребятки, мы выезжаем на самый верх. Тихо, 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 тихо. Вай, 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 ух. Аккуратненько, да что ж ты делаешь, а? Брэйн.
Поехал. Ух, ребята, круто. Это просто круто, это просто отлично. Вау, вот это взрыв, ребята. Так, вроде бы все замечательно. Давай, ехай. Вау, ребята, что творится-то, вы только гляньте. Куда ты прыгаешь на меня? Ну пошел вон отсюда, злой и нехороший солдат-зомби. Денежка, опять я их не взял, эти деньги. Надо было взять. Ускорителя, как всегда, у меня не хватает, ребята. Зря я не взял деньги, не остановился. Было бы сейчас у меня куча бабла. Так, все, ребятки, ускоритель у нас еще один остался. И погнали. Я думаю, мы сможем уже заехать намного дальше. Дэд, куда ты остановился, а, красавчик? Куда ты остановился? Давай газу, еще давай. О, давай, включаем нитро и погнали. Молодец, так бы надо было бы и сразу тебе делать. А ты все как теленок. Давай. Газу до отказа. Вау, ребята, вот это взрыв. Реально взрыв, конечно же, крутой. Так, поехал. Давай. Осталось совсем немножко. Там бочка сзади нас тоже взорвалась. Так, сейчас за это будут денежки. Не пропустить надо. Так, ускоритель закончился у меня на тумблере. Пишет, что... Ускорителя просто-напросто, ребятки, нету. Давай. Совсем еще немножко. Отлично, денежку мы взяли. Это, ребятки, именно то, что я хотел. Посмотрите, ребятки, у нас кроме колес и ракетного двигателя реально больше ничего на автомобиле не установлено. И тем не менее, ребятки, он все-таки едет. Едет, ребята. И денежку мы еще раз взяли. Ох, просто супер. Так, ребята, 3700 мы взяли. Это просто круто. Покупаем последнюю эту. Так, ребятки, нам осталось два раза купить коробку передач и купить автомат. И это все, что нам нужно, ребятки, для прохождения этой миссии. И мы с вами уже откроем новый автомобиль. Давай, поехал. Газуй. Давай, газу. Вау, ребята, вы только посмотрите, что творится там. Вах, как я летаю, ребятки, с ракетным двигателем новым. Я могу, ребятки, не только летать, я могу, ребятки, и парить в облаках просто, ребятки, как настоящий самолет. Давай, поехал, давить этих злых и нехороших зомбиков. Давай. Врезался. Да что ж такое? Надо ехать-то нормально. Юра, едь нормально. Куда ты едешь? Давай. Едь нормально как следует, потому что тебя просто попросту забрали. Давай. Газу. Так, ребятки. Все вроде бы идет по плану. У нас даже половина ускорителя осталась. Ай, да что ж такое, разбил уже переднюю часть брони. Ничего, ребятки. Да что ж ты не отцепишься от меня никак, этот злой зомби-солдат, который прыгает, ребятки, всегда. Где он-то берется вообще, а? Пускай уйдет с моих глаз, видеть я его не хочу. Вау, ребята, вы видели? Вот это было в натуре, вот это уже было круто. Вот это было, ребятки, довольно-таки серьезно. О, ребятки, мы проехали предыдущий чекпоинт, уже заехали дальше. Так,
Так, давай, пошел, пошел, пошел. Но бензин, ребята, лампочка на тумблере уже моргает о том, что заканчивается у меня, ребятки, бензин. И это, ребятки, не есть хорошо. Все, ребятки, бензин у меня закончился, а до финиша буквально 2 метра осталось, вы видели? Я бы доехал до финиша, но реально никак не могу. Так, давайте новую коробку, наверное, купим. Это нам должно помочь доехать до финиша, ребятки. Тут нужно просто принимать, ребята, реальную тактику. Если хотите доехать до финиша, то вам стоит внимательно смотреть, чтобы вы нигде не врезались. Видите, если вы где-то врезаетесь и повреждаетесь, это уменьшает шансы на то, ребятки, что вы приедете до финиша вовремя и у вас не закончится, ребятки, бензин. Нужно быть более всегда бдительным и аккуратным. Использовать нитро только тогда, когда это в действительности, ребятки, требуется. Например, на вашем пути вот стоят ящики. Можете нажать на нитро, чтобы ускориться, чтобы не пропускать таким образом время. Давай вперед, куда ты заткнешь, а? Да что ж такое, ребятки, я погнул свой ракетный двигатель, как-то он у меня, ребятки, не отвалился. Вот это взрывы пошли эпичные, ребята, реально круто. Вау, ребята, вы видели, как мы заскочили в здание? Это было просто круто. Поехал, 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 поехал. Так, ребят, полбака бензина у нас еще есть. Так, ребятки, все, ускоритель у меня закончился. Увы, ускорителя у меня, ребятки, уже нету. Мне приходится, ребятки, вручную ехать до финиша. Но я, ребятки, все равно не доеду, потому что не хватает мощности у автомобиля. Надо купить последнюю коробку передач и увеличить, ребятки, не только массу автомобиля, но и купить еще автомат, который будет отстреливать этих злых и нехороших зомби. Вот когда у меня, ребятки, будет автомат, вот тогда я смогу с легкостью уничтожать этих злых и нехороших зомби. Ребятки, лампочка на тумблере уже начинает моргать, но мы можем доехать до финиша, ребятки. Отличненько, ребятки, бензин закончился прямо на финише. И мы с вами открыли Феррари, красную тачку. И это просто круто, дорогие друзья. И мы переходим с вами на следующий уровень. Это просто, ребятки, замечательно. Все, ребяточки, вы только посмотрите, какой у нас есть автомобиль. Давайте сразу же купим, наверное, новый двигатель на него. Ребятки, но на красной Феррари мы уже с вами будем ездить в следующем уровне. Так что, ребятки, всем спасибо. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Подписывайтесь обязательно, ребятки, на мой канал. Ставьте пальчик вверх и оставьте любой комментарий. Мне будет очень приятно. А также, дорогие друзья, не забываем нажимать на колокольчик. Если вы нажимаете на колокольчик, таким образом вы сможете видеть мои видео самыми первыми. Пока-пока, ребята.